Выездная администрация – формат встреч, который давно, а главное, положительно себя зарекомендовал среди жителей городского округа. Химчанин Павел Беспалов обратился к представителям власти сразу с несколькими вопросами. Так, мужчина выступил с инициативой облагоустроить народную тропу, обновить входную группу подъезда его многоэтажки, а во дворе построить волейбольную площадку. Я ответом удовлетворен. Мне все очень понравилось. Мои вопросы все приняли. Написали. Я думаю, что все будет рассмотрено. Я в первый раз. Мне удобно, поскольку я работаю удаленно сегодня и могу подойти. В этот раз встречу провели в микрорайоне Левобережный. Свои вопросы жители этой территории смогли задать представителям власти и муниципальным депутатам, сотрудникам профильных ведомств и коммунальных служб. Уже не в первый раз здесь Альмира Соломинова рассказывает, что формат выездных администраций нравится за оперативное решение вопросов. Я не первый раз уже прихожу сюда. Вопросы всегда разные по мере их возникновения, так скажем. И ответ приходит, и вопрос решается. Формат очень даже хорош тем, что здесь собираются все. Люди могут обратиться с любыми вопросами. Такой конструктивный диалог дает плодотворные результаты. Представители власти напрямую от жителей узнают, что именно их беспокоит. На все вопросы, которые жители задают в рамках выездной администрации, дают ответы. Обращения химчан представители власти обязательно берут на особый контроль. Вопросы жителей охватывают практически все сферы и отрасли, но самые острые темы – традиционно ЖКХ и благоустройство. В следующем мы в обязательном порядке выходим по многим адресам, проверяем, смотрим качество выполнения. Если что-то не устраивает, оставляем переделывать. Чтобы, конечно, все было сделано добросовестно. Обращения, они, конечно, всегда разные, в зависимости, в том числе, от сезонности. Когда там дождливые погоды были, много было обращений по кровлям, мы их взяли в работу. Где-то жители, в том числе, напоминают уже заблаговременно при подготовке к новому там периоду, в том числе зимнюю, где-то трубы текут, где-то капает, еще что-то. И мы как раз берем тоже это в работу своевременно. Выездная администрация пользуется большой популярностью в Химках. В одном месте можно получить моментальные ответы на все вопросы. И главное, что отмечают жители, удобное время проведения таких встреч. Удобный, очень даже. Потому что, как говорится, дает много. Первые пришли жителям. И прямо без задержки. Да, без задержки. Очень хорошо. У двух специалистов были. Жители не только задают волнующие вопросы, но и делятся своими инициативами, высказывают предложения. Цель одна – сделать город еще лучше. Выездные администрации проводят каждую неделю. Следующая встреча в таком формате состоится 6 июня в Новых Химках. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.